Леди и джентльмены, приветствую всех, с вами сэр Холмс, продолжаю Morrowind Tamriel Rebuild, нахожусь в Акаморе, и давайте взглянем, есть ли у них новые квесты для меня в гильдии магов здесь. Но для начала мне интересно поговорить с тобой по поводу... Все еще рано, да? По поводу цветов, которые я для него притащил. Есть подозрение, что может быть вообще это заглюченный квест, но мы будем надеяться, что нет. И, возможно, ты со мной теперь будешь торговать. Нет, все еще слишком низкий ранг. Вся гильдия ждет, когда вырастут цветы. Поговори с Паладьи. Все еще надо ждать. Sweet skooma. Ты че? Какая скума? Ладно, значит, тут квестов нет. А это значит что? Это значит, что наконец-то я отправлюсь дальше на поиски Даэдра Паучих. И у меня есть уже примерно предположение, куда идти искать их. Дорога, которая ведет вокруг Акаморы, есть тут такая. Вот наверняка они там. Вот мне не дали направления никакого даже примерного. Кстати, эти цветы, похоже, можно было вполне собрать все здесь. Они меня направили куда-то там. Странный босмер какой-то. Меня заставили идти аж в Бесандрион там. Так, а сколько времени? Ну, 7 утра, что-то как-то мрачновато тут. В принципе, солнце прячется за всякими скалами. Вот, Акамора, обходная дорога. Вот, наверняка там эти паучихи. Там какое-то эдрическое еще святилище. Так, этих ингредиентов у меня вроде хватает. Надо будет еще его посетить. Интересный пейзажик здесь. Как будто клыки, да? В открытом рту. Рте. Роте. О, нет! Отдай. Вот, надо носить эту робу еще в течение суток. Не знаю, что там. Эти ребята из гильдии магов смеялись над ней. Ну, кстати, там говорили не роба, а платье. Дресс — это платье. Может быть, прикол в том, что оно под женскую модель персонажа сделано. Да черт знает. Так-то в теории... Это может быть любое ответвление, да? Мне кажется, у меня вообще не возрастает количество маны максимальное. Такое ощущение складывается. Я вроде прокачал неплохо интеллект. Или тут... Один... Уровень интеллекта равен одному уровню маны, что ли, так? Так это как-то не очень. Может быть, вообще там даже нет, здесь не пройти. Тут же я не бывал еще в этих краях, да? Нет, тут я еще не бывал. Так, что здесь? Акамора, Акамора, шахты Акаморы. О, особняк Тамарил, да, слушайте, я иду по верному следу.
На пути к этому особняку как раз и попадались дредре. Так. У нас тут... Никс Гонча. Не могу сделать ловушку душ. Хотя, может, она просто не отображалась. Да, она почему-то не отображалась просто. У меня все заклинания прошли на самом деле. Ну ладно, практиковался побольше в них. Да, у меня еще три маленьких камня душ. Тут как-то темновато, давайте. Кошачий глаз. Надо проверить. Я не могу понять, это просто камень или что-то там. Это вообще просто кусок земли. Ну ладно. Криса! Она прокусывает меня. Зараза. Вот какая-то мощная крыса была. Пещерная еще и больная. Давай сразу это используем. О. Навыки мои улучшаются. Так. Смогу ли я? Смог. Какие-то там две мирские руинки видняются. А, это, наверное, есть особняк, да, он и... Да. Красивенько, не правда ли? Пейзаж такой. Эта дрянь сейчас меня покоцает, да? Смола шалка, кстати, довольно дорогой ингредиент. Сравнительно, относительно. На бриллиант королевы Элисанны, кстати, тоже, наверное, надо было выложить где-нибудь. Я его продам, наверное, какому-нибудь там криперу или грязевому крабу, когда их найду в оригинале. Так, что я хотел? Перезарядить. Ну, по чуть-чуть, потихоньку. О, нет! На тебе, в морду копьем. Да, я все хочу еще использовать зелье. Классное, хорошее, замечательное. Которое сварил из корней хамума. Так, ну как-то тут на самом деле пустынненько, опа. Да, вот эти я руины видел. Когда вот искал путь обратно в Камору из Сейлина. Шел здесь, видел их вот где-то тут. Ну, у меня такое ощущение, что я их посещу скоро. Возможно, как раз там и проживают эти дредре. А может быть магию потренировать какую-нибудь еще на этих ребятах? Что тут можно сделать? Фростбайт у меня едва ли получится. На этих все не хватит. А, кстати, надо бы ее восполнить. Чтобы я хоть лучше понимал, что я могу, что я не могу. Так. Ну, в принципе, все заклинания я могу кастовать. Маны хватает на все, но... Шансы не всегда хороши.
Вот это вот хорошая, но всего 8% на удачу. Ловушка душ еще и повреждение здоровья. Взгляд медузы. Ну, слишком дорогое. Нерационально. Вот можно школу разрушения тренировать вот этим вот простейшим заклинанием. Можно даже его назначить на... Вот я, например, не использую вообще вот это заклинание невидимости. Поэтому... Вот, кстати, был успех. А это была неудача. Оно и по мане ничего не стоит практически. Мне кажется, тут стоит быть настороже и надеть свое лучшее снаряжение, потому что вдруг и... Ну, хотя нет, вот он уже особняк. Дридрея на меня не напали. Тоже красивый пейзаж. Тут виды открываются. Так, что тут у нас? Каджит. Вообще, знаете, тут на первый взгляд кажется, что поменялись местами ребята. Каджит запер где-то в клетке Данмера. А, кстати, вот я выложил где-то вот эти карты. Может быть, на них будет отмечено побережье. Тут, кстати, дороги указаны. Я нахожусь где-то здесь сейчас. А, или даже, наверное, вот. Вот где-то здесь, может быть. Земли Тилвани. Юго-запад. Юго-восток. Ага, здесь Некром. Хлерсис. Форт Виндмот. Это я везде был. Да, Некром, надо бы сходить в него просто... Он у меня, знаете, я там был на самом деле, неподалеку от него, когда я с Эллина возвращался, да, в Акамору. Просто он так немного на отшибе находится, на вот этом полуострове. И каких-то квестов, чтобы туда идти, у меня не было. Вот тут запись посетителей. Журнал посетителей. Даже коврик, смотрите, ноги вытереть. Так, приветствую, приветствую. Неразговорчивый. Да, он фамильяр. Гаджавр приветствует Арганянина в особняке Тамарил. Гаджавр не думает, что ты выглядишь недостойным доверия, вот. Поэтому Гаджавр позволит тебе войти. Но будь предупрежден, что если Арганянин потревожит хозяина Гаджавра, Гаджавр больше не будет так добр к Арганянину. Это дом хозяина Гаджавра. И посему дом Гаджавра тоже. Хозяин Гаджавра, Сарвол Тамарил. Это единственный, кто стоит внимания. Ну, это действительно кто-то особенный. Определенно кто-то особенный. Вот, someone in particular переводится как кто-то особенный, если помните в оригинале. Здесь никто не может быть, никто с ним не сравнится. Даже любимый товарищ Гаджавра Саванджа несравнимо с мастером Тамарилом.
Говоря так, лучше не говори Саванже, что Гаджавр сказал такую вещь. Он был хозяином Гаджавра настолько долго, насколько он помнит. Гаджавр живет, чтобы служить ему, и был награжден за это большой ответственностью какой-то там, большой честью. Долг Гаджавра — защищать проход в особняк Тамарил. Мастер Саврол Тамарил наслаждается его уединенностью. И Гаджавр заботится, чтобы никто его по пустякам не тревожил. Гаджавр горд служить мастеру в его важном деле. Ну, довольно, кстати, необычно. Тут каджит-стражник, причем в средней броне. Вот у него щит еще, костяная броня. Go ahead. Слушай, вот про Дридред он мне не сказал ничего. А вот стражник, может, скажет. А, ты доброволец, чтобы помочь с этим? Да, позаботься, пожалуйста. Их, похоже, целая стая. Если ты действительно готов с ними встретиться, покинь особняк, пройди по мосту. Следуй по дороге, пока она ведет на север. Когда она поворачивает на запад, ты должен увидеть скалистую арку на востоке. И открытую местность за ней. Ну вот оттуда они приходят, и там они были последний раз замечены. Ну да, похоже, там, где я и думал. Но там есть лабиринт, который ведет вниз, видимо. Под этой аркой. Мое предположение, что они гнездятся где-то там. Конечно, ты встал в проходе, проклятый стражник. Спасибо. Красивое дерево растет целое у него тут. Великие дома Моровинда. Раз уж я зашел, мне интересно тут осмотреться. Что тут у нас? Предки Данмеров. Прям так Данмерское чистое место. Чистое место. Такая галерея тут. Верхний уровень. Ну, пойдем, раз уж тут оказался. Что за бардак? Скамейка упала. А. Тренировочная площадка, да? Какая-то зачарованная стрела даже торчит. Хорошая, кстати. Очень даже. Ну, знаете, я, наверное, даже не буду ее брать. Конечно, очень заманчиво, но она настолько крутая, что может оказаться квестовой. Будет печально, если ее профукаю на что-нибудь. Ладно, давай сюда схожу. А, ну да, это выходы наружу. Да, вот дорога на север. Вот она сейчас подо мной. Вот это виды, да? Я ж тут еще реплейсер деревьев менял, когда ставил заново сборку.
есть. Мне еще бы интересно было посмотреть, какие в оригинале тут деревья. Я не уверен, что реплейсер делает лучше пейзаж. Вот я сейчас смотрю на север, то есть... Вот ведет дорога, вот эта арка, и вон за аркой как раз виднеется. Какая-то часовенка дайдрическая, да? Make it quick, Outlander. Кстати, а может ты что-нибудь тоже скажешь про Дейдре? Ну, то же самое. Настелен на два уровня. Нижняя — это башня стражи. И верхняя — это жилые помещения. Хозяин на самом верху. Там только стражи и рабы еще, кроме него. Приемная. А что так у вас тут мрачненько? Как они любят деревья сажать в особняках своих. Ну, это, кстати, интересная такая особенность, но и красиво. Красиво. Как-то тут пустынненько, правда, действительно. Это стихи про зиму, да? Аргонянин. Узурпатора, дикие эльфы. Ясности. Greetings. Лидерство. Что ты здесь делаешь? Ты меня освободишь? А ты хочешь освободиться? А то он там каджит очень любит служить. Я тут просто выискиваю, есть ли какие-нибудь интересные книжанцы, которые, может быть, прям сразу так и зачитал. Ну, красота, конечно, красота, да. Даже рабыня. Anytime now. Ларинала. Эти красивые эльфийки и высокие. Она тоже в рабстве, причем. Я Ларинала. Моя ответственность — это смотреть, чтобы все тут хорошо кушали. К сожалению, мне приходится готовить для всех здесь. И все мои таланты попусту тратятся на них. Да, печально. Вы высший эльф, да? Высший, высокий в рабстве. Впервые вижу, кстати. Никого стоящего внимания, кроме самого хозяина. Стражники, данмеры, мрачные, вульгарные. И рабы Битмери. Простодушные и тупые, окажись. Есть еще мой муж Галдалиор, который должна быть самая скучная персона, которому когда-либо даровалась, в общем, возможность говорить. Он просто был единственным альтмером в округе, на каком можно было бы, за кого можно было бы выйти замуж. Иначе бы он не получил ни единственного шанса. Неплохое место, чтобы здесь жить. В общем-то, даже в рабстве, чтобы быть, не худшее место.
Еще прямо так едите эту пшеницу. Ну, вы даете. Так, складские помещения. Слушай, ну если я одно зелюшко какое-нибудь хотя бы возьму, никто же не заметит, да? Ну, правда. Тут не слишком нужные мне зелья, скажем так. Подожди. А, вот. Где-то здесь, по идее, должен быть хозяин. Но что-то нет его здесь. Знаете, такое впечатление, что забыли просто они хозяина добавить. Или он забаговался и пропал куда-то. Молоток. Интересно. А, наверное, сюда. А, вот он, по-любому. А, нет, это кто-то другой еще, смотри. Чё ты хочешь? Я известен как Гавас Хлварен. Ординатор Ордена Доктрины и Ординаторства. Военизированный ученый. Я посвятил свою жизнь изучению и интерпретации писаний храма и канона. В текущий момент мои учения ведут меня к пилигримству в трижды благословленный город Некром. Я просто ненадолго остановился в этой резиденции, чтобы посетить моего старого друга Сарвола. О, неплохо, атлетика прокачалась. Восточные провинции, с троеточием. Go ahead. Смотрите. В таком переплете, как будто под змеиную кожу таинственный ковир сделан. Вот ее, кстати, можно зачитать. Таинственный ковир — это одна из самых интересных, по-моему, вообще книг в Моровинде. Ну, вообще в свитках. Вот, наверняка здесь хозяин у нас, да? Какой особняк обширный, а? Опа! Опа-пура! Вот это явно неправильно, этого явно быть не должно. Хм, ладно. Здесь живет дерево. Будем так считать. О, святой Неревар. Дух Неревара. Укрепить. Запас сил, окей. Go ahead. Лишним не будет. Оп, вот это похоже он, наконец-то. Go ahead. Да, кстати, довольно подходящая внешность. Уже такой в годах, Данмер. Посетитель. Я думаю, я должен благодарить Гаджавра за твою... вторжение в мой особняк. Никакого чувства поправить. Ну, уважение, наверное. Ну, подожди, я ж пришел с тобой поболтать. Вдруг у тебя есть задание для меня какое-то? Я Тамарил. Я прожил долгую жизнь. Я все еще был парнем, когда Империя аннексировала Моровинд.
И я вырос быстро, когда мои родители были убиты, совершили самоубийство, чтобы выразить протест против нашей потери независимости. На пике своей силы я был лордом Акаморы. Но это все в прошлом. Но я все еще служу советником Великого дома Индарил. Но я отойду от дел так скоро, когда мой дом больше во мне не будет нуждаться. Акамора — это мой бывший дом, и там, где у меня была концентрация силы, как советника Индарил. Его архитектура вдохновляла меня, чтобы построить этот особняк в горах. Шахты Акаморы однажды были под моим контролем. Шахтерство — это то, на чем я сделал, видимо, свое состояние. И я прежнему владею многими шахтами в окружающей местности. Ну, как бы то ни было, я продал свои акаморские холдинги, когда ушел в отставку. Интересная довольно история у него. Ты больше не найдешь никого с таким именем. Я последний в моем роде. Частично благодаря своему собственному отрицанию. Может, нигилизм, что-то вроде этого. Я был бакалавр, ну, бакалавр. Бакалавром чего? Ну, можно сказать, наверное, ученым всю свою жизнь. И пока это мне было... Ну, когда... И, в общем, обладал и независимостью, и собственностью. У меня также есть о чем жалеть. Если бы у меня были дети, они бы могли унаследовать Акамору, когда я ушел в отставку. Вместо этого у меня не остается особого выбора, кроме как оставить это все такому оппортунисту, как Новос Синим. Ну-ка давай, рассказывай. Он замещает меня как лорд Акаморы. Последнее, что я слышал, дурень был занят тем, что привел город в гражданской войне. Что вот про это я и не помню. А может быть, даже и впервые слышу. Да, я построил этот особняк в изолированной зоне во имя мира и покоя. Из-за устрашающести окружающих гор у меня редко бывают посетители. Дом Тилвани. Я потратил десятилетия, справляясь с их интригами, амбициями и эксцентричностью. Кроме империи, нет больше никакой силы, так прямо противостоящей идеалам дома Индарил. К счастью, пока их лорды-маги сильны каждый сам по себе, они никогда не были хороши в совместной работе. Я сожалею тому, кто вызовет их общий гнев, так сказать. Ну, интересный, конечно, разговор, но заданий тут я никаких не получил. Ну и тут мы наблюдаем очередное доказательство того, что деревья в домах лучше не растить. А, журнал обновлен. Прошел день после того, как я натянул робу. Синяя книга загадок. В общем, день прошел, я не чувствую ни себя ни лучше, ни хуже.
Кстати, роба классная, наверное, даже ее оставлю пока. Так, здесь представлены все манеры загадок, собранных учеными Святого Рилмса, величайшей славе трибунала Эльпсиви. Позиционирование и загадки загадок вежливой аристократической западной обществе. Благородные и социальные аспиранты собирают книги загадок, чтобы изучать их, надеясь таким образом увеличить шансы на их возникновение, скольжение и слабо в диалогах. Простите за это. Оно просто короткое, я решил, чё бы нет. Так, это я ничего не изучаю. Книга Даэдра, я уже начинаю ее по обложке узнавать. Ее руки, Ос, привет, ты сюда пришел, да, ко мне? Пустой свиток. Прям в кровать дерево вросло. А, это подружка стражника. Что ты здесь делаешь? Чем Саванджа может помочь тебе? Саванджа всего лишь раб, Холмс. Как тебе тут живется? Хотя я бы лучше была свободна, мне тут нравится. Саванджа может быть вместе с ее другом Гаджавром. Так, Гаджавр — это любимый товарищ Саванджа. Он силен, как Катайрат, и очень добр к Саванджа. Ну да, это разновидности каджетов у нас. О, смотри, шут. Парфюм. Вот как круговая комната. Луки, щит. Ну, вообще надо идти уже отсюда. Так, тут я был, все. А, запер его там. Ну и сиди в ванной теперь. Так, я пришел оттуда. Тут у нас дерево, да? А, это все одно и то же дерево. Да, вот он. Эффект реплейсера деревьев. Так, там я был везде уже. Все, можно уходить. Тут, может, нет, тут я тоже вроде был. Да, тут я был. Пейзажи, пейзажи. Как же не покачать акробатику на этих ступенях? Так, я еще сюда не ходил. Закрыто. Причем 47 уровень замка. Нечетное какое-то. Ой, прости, я потревожил твой покой. Я представляю традиции Индарил и имперский закон. Проходи и следи за манерами, Дридре. А, ну это просто стражник. Он правил Акаморой во времена моего деда. Он неплохую провернул работу. Я решил прийти, чтобы работать на него. Я всего лишь стражник. Здесь недавно из Акаморы. Он просто загородил мне тут тоже все. Не вижу там ничего интересного. Почему я не могу пройти? Что за ерунда?
Все. Я прям от начала и до конца тут все исследовал. Можно еще вот сюда сходить. Тут заперто, ладно, сюда не буду лезть. Тут наверняка тоже балкон какой-то. А, даже вот терраса целая. Смотри. Ну, погода испортилась, правда. Очень жаль. Ну да, красивое место. Ничего не скажешь. Это точно. Все, пора идти. Пора идти, друзья. Так, ладно. Возвращаюсь обратно. Дорога на север, потом она поворачивает на запад. То есть туда мне надо будет на восток через арку. Все довольно очевидно. Вот оно. Ну что ж, давайте на этом закончим и к паучихам приступим в следующем эпизоде. Посмотрим, что они себя представляют. Вот. Ну а вам спасибо всем за внимание, за просмотры. С вами был Сэр Холмс, Тамрель Рибилд. До встречи в следующих эпизодах.